А сейчас будет ехать поезд. Поезд. Ждем его. О, он уже появился. Дин-дин-дин. Ну и звук, конечно, тот еще музыкальный. Наверное, киевский. Ладно, чернила заканчиваются. О, еще один есть. Вот так вот бывает. Два поезда, один на другой. Называется хотбек. Песок, наверное, везут. Сахарный. Кстати, железнодорожный вокзал находится недалеко от этого переезда. Город называется Мухачево. Вон там парк прямо, покажу пальцем. Вон там. О, а это, наверное, повезли горилку. Нефть называется. Ну ладно, вагоны вагонами. Хватит. Вот и хвост показался. Вы его видите? Я да. Ну, я поезд догонять не буду. Не имею веревки для парковки, для цепления. Счастливо. Блять,